Il tema dell'infanzia ritorna molto spesso e mi piacerebbe sapere perché è importante per lui e che significato gli dà e così via. Есть такая немножко издалека, значит, вот есть такая буддийская метафора очень красивая о том, вот что такое. Считается, что есть шесть миров, в которых могут рождаться живые существа. La prendo un po' alla lontana. Esiste una metafora buddista per cui esistono sei mondi. Вот, это могут быть боги, воинственные демоны, люди, животные, голодные духи. Possono, in questi mondi vivono appunto degli dèi, vivono dei guerrieri, vivono delle persone, vivono degli animali, insomma, vivono diversi esseri. И еще обитатели ада. Ah, e gli abitanti dell'inferno. Вот, так вот, в чем разница между ними? Что если, допустим, мы видим реку, Ora, qual è la differenza? Che se noi vediamo un fiume, то для Бога эта река будет потоком нектара. per Dio, questo fiume sarà un nettare. Для воинственного демона это будет оружие. Per un demone di guerra sarà un'arma. Для животного это будет среда обитания. Per un animale sarà l'ambiente di nutrimento. Для голодного духа это будет поток гноя и крови, а для обитателя ада поток расплавленной лавы. Per l'affamato sarà un flusso di sangue e per l'abitante dell'inferno sarà invece un fiume di lava incandescente. То есть, с одной стороны, это одно и то же, а с другой стороны, это совершенно разные миры, в одних из которых испытывают наслаждение, а в других страдают. Quindi, da una parte, quello che vediamo è sempre la stessa cosa, ma poi in questi sei mondi questa cosa viene recepita in modo completamente diverso, per cui per qualcuno è un piacere e per qualcuno invece una sofferenza. И вот когда я оказываюсь в местах, где когда-то жил, когда я был совсем маленьким, мне кажется, что в жизни с нами происходит какое-то похожее перерождение. То есть места, которые сначала очень напоминали рай, вот, где происходили совершенно удивительные, чудесные вещи каждую секунду, постепенно превращаются вот в этот мир, который мы все хорошо знаем. E a me pare che appunto l'infanzia in realtà sia proprio questo, cioè che determinati luoghi, determinate situazioni che per noi erano dei paradisi, poi a un certo punto si trasformano, si trasfigurano, fino a diventare invece un luogo di sofferenza, un luogo comunque sgradevole. И вот эту операцию, проделывать вот эту операцию над собой миром, заколдовывать его, превращать его вот в это место, куда мы попадаем и где мы умираем, нас учат другие люди, в общем-то, мы сами этому учимся. И мы постепенно начинаем делать вот эту колдовскую операцию и уже не знаем, как вернуться туда, откуда мы пришли. E questa operazione di passare dal mondo gradevole al mondo sgradevole, a cui innanzitutto ce lo insegnano le persone precedenti, quindi le persone adulte, poi a un certo punto noi stessi cominciamo a insegnare a noi di fare questo passaggio. И вот в одной русской современной поп-песне есть такая красивая строчка: «Обошелся с собою, будто хреновый колдун, превратился в говно, а как обратно не знаю». Так, сейчас еще Обошелся с собою, Allora, словно... c'è una canzone russa di queste moderne in cui dei versi dicono questo. Ho trattato me stesso Словно хреновый колдун превратился в говно. come se fosse uno schifoso, come si può, non parrucchiere, ma insomma comunque sì, uno stregone. Sono diventato una merda, letterale. А как обратно не знаю. E non so come tornare indietro. Мне кажется, что каждый из нас, когда мы доживем до какого-то возраста, оказывается вот таким колдуном. Мне очень всегда интересно бывает, потому что это ведь универсальная метафора потерянного рая. Про это пишут все La поэты. metafora del paradiso perduto è una metafora universale ed è quello che comunque succede a tutti noi, cioè chi prima, chi dopo, ma insomma ciascuno di noi arriva a una certa età in cui comunque subisce questo processo. Вот эта попытка, вот это возвращение к теме детства, это может быть даже не столько попытка расколдовать себя, сколько хотя бы попытка понять, как же это случилось. E questo tentativo di ritornare indietro e comunque di perdere questo sortilegio che ci siamo fatti da soli, in realtà forse non è neanche un tentativo di tornare indietro, ma è cercare di capire che cosa sia successo effettivamente. Вот, наверное, вот этим объясняется мой интерес к детству. Forse qui sta appunto il mio interesse, insomma, la mia curiosità verso l'infanzia.